Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки. И несмотря на то, что оно такое пасмурное, оно все равно доброе. Ведь жизнь к нам добра всегда, но многие этого не понимают. И обижаются на жизнь. Вечно недовольны, ноют, плачут. А мы всегда рады. Мы это рок-группа Волощука СД. Ну а почему нам не радоваться? У нас же такой прекрасный дворец рок-н-ролла. Ну скажите, у кого еще есть собственный дворец рок-н-ролла? На втором этаже у нас находятся спальни для музыкантов. Со с душами, с ваннами, с кухней, с телевизорами и холодильниками. Там все в полном комплекте. Поэтому после трудных репетиций там можно отдохнуть. И даже когда к нам приезжают друзья из других городов, вместе мы тут репетируем, готовим фиты, то они здесь живут. Ну вот так вот вкратце. А вот на первом этаже это, конечно, наша студия и наша репетиционная база. И я предлагаю вам пойти и посмотреть, как работает и живет рок-группа Волощука СД. Я надеюсь, вы не забыли, кто такой Волощук СД. Это я. Вот тут вот, ВСД. Пойдем. Пускаю вас в само святые святых. Святую святых. Вот так. Святое святых. Пойдем. Вот она. Вот она. И тут все сделано для удобства гостей и музыкантов. Вешалочки. С одной стороны такая. С другой стороны вот такая. Покажите, Катя, покажите им вешалочки. Вот. Вот тут все для гостей. Тапочки. Потому что здесь очень тепло. А вы скажете, а почему здесь тепло? А я вам объясню. У нас вот тут, собственно, котельная, где хранится и вода, и котел стоит, и отогреватели, нагреватели воды. Ну и, конечно, здесь хранятся такие вот всякие коробки от реков, ненужные что-то такое. Тут все хранится. Слышите? Работает. Вот что самое главное. Вентиляцию гоняет. И тепло. А здесь, конечно же, перед выходом на сцену. Ну как не посмотреть на себя в зеркало, а? Ну и гости, когда приходят, им нужно ж привести себя в порядок, прежде чем заходить в святая святых. Поэтому они здесь смотрят на себя в зеркальце, которое в пол. А вот это, я надеюсь, вы догадались, что это такое. Посмотрите сюда, Катя, покажите им. Вот, вот, смотрите. Это знаменитая гитара, которую мне сделали на фирме Warrior. Видите, Волощук СД. Эта гитара называется Щука. Ну я Щука, Волощука. Волощук СД. Ну что, вы же не догадались. Поэтому вот эта гитара называется Пайк Щука. Здесь, видите, подбитые враги. На ней. Мы ее сейчас покажем вам вживую, эту гитарку. Она у нас работает, потому что гитара, она не декоративная. Она не декоративная. Эта гитара настоящая, крутая. Гитара звучит. Во. Идем дальше. И мы не можем, конечно же, пройти мимо самого главного места для любого человека. Кухонька. Идемте. Где принимается пища. Вот она, кухонька. И самое главное здесь что? Нет, ни в коем случае. Если ты музыкант, то пить брось. Забудь про пьянку, иначе творчества не будет. Я слышал всяких идиотов, которые говорят, а ты что, надо наркоту занюхать там, потому что тут сразу фантазии развиваются. Нет, ребята, никаких фантазий не развивается, а дебилизму это ведет. К дебилизму и к однообразию, и к примитивизму. Поэтому нет, пьянка тут запрещена. Тут только чай и кофе. Вот у нас хорошая кофемашина. Покажите им кофемашину. Кофемашина, чайничек, холодильничек. Все есть. Вот. И хочу обратить ваше внимание на именные кружки, в зависимости от того, кто что любит. Кис. Но это у нас самое главное. Сергей Васильевич Рахманинов. Это самая почетная кружка. После моей, конечно, я сейчас свою покажу. Здесь у нас Витя. Витя. Со своей кочегарки. Это я там купил кочегарки. В
Питере, Витя Цой. Вот они, Guns N' Roses. И самая знаменитая кружка. Вот она, кружка Волощука СД, потому что Волощук СД всегда готов к подвигам. И не только пионерским, а и рок-н-ролльным подвигам. Ну, такой я человек, ну, что я мог с собой сделать? Ну, таким меня мамка родила, и папка поспособствовал этому, наверное. Вот тут мы отдыхаем. Между тяжелейшими репетициями. Пойдемте. Пойдемте дальше. Я покажу вам вторую святую святых. Идемте. Вот она. Вот она. Тут все сделано для вдумчивого отдыха. Для вдумчивого. Задуматься, посидеть. Подумать о музыке современной, о путях развития русского рок-н-ролла и тяжелого рока, и хард-рока, особенно нового хард-рока, который практикует рок-группа Волощука СД. Новый хард-рок. И здесь, после того, как поели-попили, опять зайти и напомнить, что из рабочей гущи мы выгоним пьющих. Ну все, все сделано, как положено. И если кто-то вспотел на репетиции, а я заставляю музыкантов потеть. Я говорю, ты что так плохо по струнам бьешь? Почему струны не рвутся? Жалеешь, гладишь гитару? Нет, надо рубить, как положено. Поэтому здесь есть еще и хороший душ. Пойдемте дальше, смотрите еще одну святую святую. Тут все святое святых. Ну, такой человек, я же святой, я надеюсь. Вот оно. Вот оно, хранилище. Хранилище, чего тут только нет. Честно говоря, я сам даже не знаю, что тут есть. Знаю только, что всякие шнуры, то все. Всякие ноутбуки лежат. Чехлы для гитар. Ну, все это прибамбасы уже, которыми мы и не пользуемся, но лежат до сих пор. Всякие DBS-ы и так далее, и тому подобные. Хаммексы, прессонусы. Ну, микрофоны всякие запасные. Все тут есть. Все есть. Все. Клавиатура для компьютера. Для студийной записи. Ну и, конечно же, водичка. Ну а куда без воды? Без воды ни туда, ни сюда. Ну тут запасы должны быть. Потому что люди работают и хотят восполнять жидкость в организме. Чтобы лицо было наполнено тургором. Тургором. А вот еще одна святая святых, ну это, наверное, самая святая. И тут сидит святой человек. Святой человек сидит. Это наш режиссер Сергей Георгиевич. Братишка мой. Выросли вместе, ну что сделать? Но мне, у меня не получилось стать большим человеком. А он стал, видите, большой человек, режиссер целый. И вот она вот. Вот тут вот она наша, вот это наша аппаратура, по которой мы записываем живой звук. Катя, детальнее покажите им, пожалуйста, что это такое. Здесь в основном аппаратура, будем говорить, легендарная, типа Телетроникса, которых уже давно нет, но это одна из лучших аппаратов. Или там Авалон британский. Крутые аппараты и звук крутой. Ну и, конечно, все это благодаря золотой голове и золотым рукам вот этого прекрасного человека. А вы думали, что шутки? Что шутки здесь? Ну и здесь, конечно, для зрителей, для музыкантов посидеть и послушать. А что ж получилось? Садишься и слушаешь. Из прекрасных колонок. А я вам напомню, что это самые лучшие студийные колонки. Ямаха. Это вот это самые лучшие. Их давно не выпускают. Это раритет. Я недавно смотрю, Абба соединилась опять, а ему уже лет по 70. И показывают их в студии. А там вот такие колоночки. Там вот такие колоночки. Там Телетроникс, там Авалон. Знают люди, какую аппаратуру покупать. Ну что, это же Абба, они должны догадываться. Вот. Поэтому здесь самая главная тишина. Поэтому для музыкантов и для гостей не болтай.
Ну, нельзя болтать, когда работает большой человек. Пойдемте дальше. Пойдемте теперь уже в действительно самое святое. Но здесь вторая моя гитара. Вы же помните, что мою вторую ипостась. Я ж клоун. Я же мечтал быть клоуном в детстве. Поэтому на том же Варьоре я заказал гитару именную. Сам сделал дизайн. Она называется клоун. Эта гитара называется клоун. Рыбка-клоун. Расцветка рыбки-клоуна. И вот они сделали мне такую гитару. То же самое. Опять-таки. Это не декорация. Это очень крутой музыкальный инструмент. А это мне подарили мои друзья на день рождения. Говорят, Серега, мы дарим тебе гитару прям в бриллиантах сверкающую. Ты достоин этого. Согласен. Я не стал с ними спорить. Я достоин самого лучшего. Идемте. Ну, разве могут быть здесь другие часы, если я вырос на Битлз? Конечно же, Битлз. Пойдемте. Ну, мы соблюдаем правила пожарной безопасности. Тут все строго. Ну и батареечки. Всякие тут лежат сразу. Если кому-то надо что-то поменять там, то тут сразу запасной. А вот это мои именные зимние тапочки. Для гостей там. А мои вот. Поэтому их нельзя трогать. Это... Волощука из себя личный. Пойдемте. А, ну что вы тут делаете? Застали врасплох. Застали. Они тут ковырялись со всякими там примочками. А мы их врасплох застали. Наших гитаристов. А, первое, что я хочу, прежде чем рассказывать, что это за студия. Я помните, я говорил, что это не декоративная гитара, а она настоящая, реальная. И на ней играет наш знаменитый гитарист Дмитрий Перевердьев. Говорит, что хорошая. А я ему верю. Вы понимаете, я такой человек, я верю хорошим гитаристам. Когда он говорит, что это хорошая гитара, значит, он так и есть. Вот. Ну вот. Ну, тут стоят всякие разные гитары. Значит, что хочу сказать. Конечно же, меня критикуют за то, что я взял и не сделал тут неровные поверхности. И сам он тут поролоном все заклеил. Но я считаю, что... Ну, и только я считаю, что это вполне достаточно, чтобы делать хороший звук. Поэтому это все делается. Это раритет. Вот это. Мы им уже не пользуемся. Это аналоговый микшерный пульт. Раньше работали с ним. Но сейчас... Время говорит о том, что надо переходить на цифру. И, конечно, мы сейчас используем цифровые пульты Allen Heat. Ну, это электровойсы по 3600 ватта с одной стороны, 3600 киловатта имеется с другой линейной. Ну и на выбор гитаристов, конечно же, мы используем легенду Marshall, легенду Groundstack. Почему граундстек? С одной колоночкой не то, а тут такое давление хорошее идет. Поэтому мы их с собой еще и возим на концерты. Потому что, как правило, на сценах ну, стоят мониторчики, ну, либо комбики. Вон, видите, комбик стоит у нас, Fender. Мы его используем для записи для живого. Скворечник. Для живого, да, скворечничек. Обычно так. А когда на сцене сзади тебя стоят серьезные граундстеки, а вот это вторые есть серьезные граундстеки. Это у нас Mesa. Rectifier. И он еще одна. Это для того, чтобы одинаковый звук, если надо. С двух гитар. Фендеровская, где-то басовая. Бассмен Фендер. Басовый усилитель. Еще один басовый усилитель. Гальян Крюгер. На 1000 ватт. Этот 350. Это такой слабенький. Вот этот. Тот на 1000. Не можем найти вторую колонку, вот эту, которая еще тремя динамиками, чтобы граундстек сделать. Ну нет, они уехали из России. Но я надеюсь, что после этого видео кто-то из вас позвонит и скажет, у нас есть, готовы вам подарить. Но мы даже готовы купить, не переживайте. Если есть, обращайтесь, мы возьмем. С удовольствием купим у вас такую же колонку, но с четырьмя динамиками. Вот, поэтому вот этот закуток, это вотчина нашего бас-гитариста. А тут вотчина одного гитариста, там второго.
А здесь вотчина нашего знаменитого барабанщика Тараса Андреева. Но его сегодня нет. Ну, пока не подъехал, может, позже подъедет. Вот. И наш второй гитарист, тоже знаменитый гитарист. Дмитрий Багель играет на семистронке. Ему шестиструнки уже тесны. Поэтому он на майонезике на польском. Но несмотря на то, что польский, это очень крутой инструмент со сквозным грифом. Крутой, очень крутой. Звук, во! Опять-таки верю Дмитрию Багелю, который говорит, звук обалденный. Ну, я и слышу, что звук такой. Украшение. Ну, поймите, должна же быть какая-то эстетика. Не все ж серые стены. Поэтому мы тут поселили трех американских джазменов. Вот они радуют наш глаз. Ну, а уши им радуем мы. А с той стороны, насколько вы поняли или догадались, это наша последняя пластиночка, альбом. Нам надо все и сразу. Картину эту и альбом оформлял нам знаменитый русский художник Вася Ложкин. За это ему огромное спасибо. Но согласитесь, прикольно. И самое главное, в точку по теме. Потому что весь альбом посвящен людям, которые хотят прожить жизнь на халяву. Вот они, он их намалевал. Нам надо все и сразу. Там все песни поются от первого лица. Поэтому приглашаем всех на презентацию, которая состоится в Москве в клубе Live Pub 25 апреля в 20:00 начало. Это метро Бауманска, прямо из выхода на метро. Там 100 метров пройти. Очень удобно. Приглашаем всех. Мы будем полностью играть весь альбом. И еще песен 5-6, может больше, чисто романтических, тоже наших новых песен. Вот. А в Питере презентация состоится 26 апреля в клубе «Время Н», тоже в 8 часов вечера. Поэтому приглашаем всех на нашу презентацию. Уверен и надеюсь, что вы не пожалеете об этом. А вот тот закуточек для будущего нашего клавишника. Для будущего нашего клавишника. Конечно, я уверен, что он придет со своим инструментом, но у нас их аж 3 штуки тут. Почему 3 штуки, вы спросите? Зачем вам так много? Объясняю. Вы не забыли, что у меня 6 детей, и все они закончили музыкальную школу. 1 на гитаре, на басу учился, а 3 учились пианино. Ну, правда, 1 на барабанах учился, но не все изучали, конечно же, пианино. И поэтому, чтобы они не дрались за инструмент, кто первый, кто второй, кто третий. Я им каждому купил по вот такой штуковине. И они все и занимались на них. И теперь они здесь стоят, потому что дети наигрались, музыкальную школу закончили, и больше музыкой заниматься не хотят. Но музыкантам надо родиться, поймите. Когда в детстве я спал с гитарой, чтобы было понятно, что такое музыкант. А когда не хочется человеку, ну, значит, это не твое. Поэтому я их не осуждаю, зато вот эта моторика мелкая, она очень хорошо развивает мозги. Именно поэтому я их с детства отдал ему в школу, для того, чтобы они свои мозги поразвивали чуть-чуть. А будут они музыкантами или нет, ну это уже как захотят. Вот вкратце рассказал вам про нашу студию. Но тут еще одна есть вещь. Видите, телевизор. Телевизор висит, чтобы в часы редкого отдыха посмотреть кино, но мы его не смотрим, потому что это все уже в прошлом, все эти сериалы. Это используется для того, когда мы заучиваем текст, как суфлер, мы его используем. Текст висит, а мы все смотрим. Значит, мои коллеги мне подпевают, ну а я, конечно же, веду главную партию. И мой рабочий инструмент, вот он. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Сейчас мы вам исполним самый главный хит этого сезона. Нам надо все и сразу. Как-то так. Вот, класс. Ну, это для удобства. Водички мне попить. Очечки одеть. Все вам рассказал. А, не все. Но вот эти фиговины, видите, висят.
Видите, фиговины висят, и идут такие рельсы еще, видите, с той стороны. Этих фиговин еще там на складе несколько штук. Это когда мы тут делаем съемки или стрим, то чтобы собственное было освещение. Включили, осветили, как положено, и работаем. Ну вот, все вам рассказал, как на духу. Как на духу. Я ж поймите, я честный, откровенный человек. Поэтому я всегда говорю людям правду, что мы скоро будем выступать на самых главных площадках этой страны. И не только. Пойдемте, проведу вас. Я бы, конечно, показал вам и... Или показать. Показать им спальни наши. Пойдем? Покажите, конечно. А вы знаете, я верю. Я гитаристам нашим верю. Он говорит, обязательно пока покажите. Поэтому мы сейчас с Катей пойдем показывать вам комнаты отдыха. Пойдемте. А вот здесь у меня план. Вот на этой стене я специально ничего на ней не крашу. Я хочу здесь сделать хорошее граффити. И опять объявляю конкурс. Для тех, кто хочет заработать и сделать красивое граффити, предлагайте свои варианты. Все должно быть связано с новым хард-роком и рок-группой Волчука СД. Ну, вообще, с рок-музыкой или с музыкой. В принципе, любая тема, лишь бы было интересно. Пойдемте. Здесь у нас, уважаемые любители рок-музыки, летняя веранда. Здесь мы тоже чай пьем после репетиции. Здесь у нас специально сделано вот это. Тут розетки для чайничка, для кофе. Но тут посидеть можно, почаевничать. Потому что, вы же помните, мы спиртное не употребляем. И вам не рекомендую. И идемте наверх. Вот он. Мини-гостиница. Для музыкантов и друзей рок-группы Волощука СД. Тут можно раздеться, ботинки оставить, какие-то вещи. Ну, комнаты здесь однотипные, и мебель однотипная. Поэтому давайте посмотрим. Все для жизни. Полуторка. Шкаф, раздевалка, стол для компьютера. Все проведено, здесь интернет, все есть. Кондиционер, как положено. Санузел со стиральной машиночкой, все как положено, с душиком и самым главным предметом, где можно опять-таки посидеть и подумать о жизни. Ну а чтобы не тесниться, то тут еще один. И еще одна такая же спальня, их 5 штук спален, потому что мы так и планировали, что у нас будут 2 гитары, бас, барабаны и клавиши. А планировали для чего? Ну, вдруг мы не найдем московских музыкантов. Вдруг кто-то придет к нам из России, ну, или даже из другой страны, чтобы мы могли здесь жить. Но нам повезло, мы набрали московских музыкантов, вот таких крутых. И вы скоро все это узнаете и услышите. Да вы уже слышали. Пойдем. Ну, и еще одна святая святых, где можно собраться все вместе и поиграть... Playing the Game. Помните, у Назарета была пластинка Playing in the Game, игра в карты. Тут не только в карты играть можно, а даже в шашки, в шахматы. Телевизор. Все есть. Холодильник, ну и все подряд тут есть. Включая духовочку, вдруг кто-то тортик захочет испечь. Ну есть, мастера у нас. У нас же музыканты на все руки мастера, поймите. Все показал вам. Можно идти теперь и репетировать. А с вами буду прощаться. Но там, на улице. Пойдем. Это запасные столики. Потому что после хорошего концерта гости приезжают, фотографы, блогеры. Мы столы расставляем побольше, того мало. И запасные, чтобы шире было. Ну вот на вот этой высокой ноте, я высоко стою, я и закончу этот репортаж. И еще раз напомню вам, что 25 апреля презентация в Москве, в московском лайв-пабе на метро Бауманска, улица Фридриха Энгельса, дом 20. Начало в 20:00, не опаздывайте, пропустите самое интересное.
А в Питере 26 апреля клуб «Время М». Вот такой клуб с хорошим звуком. И «Лайфпап» – обалденный клуб. Просторненький, хороший. А там биржевая линия, дом 10. Начало также в 20, двери в 7. Поэтому ждем питерцев тоже. Хотя они москвичей не любят. Они считают себя более культурными. Культурная столица России. Но ничего, мы тоже не лаптем щи хлебаем, хоть мы и московские. Попробуем вас удивить. Все, всем пока.